Бля, чё ты не сдох? Ну, не знаю. Сколько у тебя забит интернет? Чего, сколько у меня? Килобит интернет. Килобит 60 тысяч. Такое ощущение, что просто информация о твоем убийстве до тебя не доходит. Ice One, Ice Two. Форме бывает. Thank God. Finally, I'm dying out here. Roger that. En route. ETA, two mics out. All right, we're moving now. 30 seconds. Hey kid, there's an extra rifle in my pack if you need it. Партизан. Time to move. Чего? Вот Мак, ты убежал за красное здание. И резко ты появляешься сзади уже. Вот что здесь прикол. Ой, сзади, я впереди тебя расстрелял. Ты перебежал за красное здание и резко появился вот прям перед белым зданием. То есть тебя отбросило на 10 метров назад. И ты уже расстрелял меня. Видишь, что прикол? Не знаю. А кто сервер сейчас, ты? Партизан, хостит. Я. Я говорю, вот в этом весь прикол. Партизан лагает, все. Ну вот, видимо, поэтому я его не могу убить. Я у тебя прыгнул. Ну это весь прикол. А вот у меня такая же отмаза, пацаны. Именно только поэтому я сделал два убийства и умер 49 раз. Вот он, смотри, он уже слева от меня. Сука, с двух сторон. Бля. Граната завешала, что ли? В нашей перестрелке. Ice 2, Ice 1, we're inbound from the west. Смотри, спереди в одном месте. Че, с обоих убил, что ли? Да. Не, ну я... Understood, Ice 1, out. Бля. Я таки попал, да? Всегда не убил. Falcon, I don't think that helo's holding in the wrong pattern anymore. Опять там гранаты по себе кидаешь. Да. О-о-о. Не понял. Откуда у тебя больше одной гранаты? Я по тебе гранату кинул. И меня умер. Убил при этом? Нет, я умер и откинул еще раз гранату. Я умер, появился и откинул гранату. И убил тебя. Я же без ног остался, поэтому по тебе. Там что, партизан, тренируешься, что ли? Свободно от работы времени. Прям посреди дороги бежал, и вдруг начал меня стрелять. Я только перебегал дорогу. Так я тоже перебегал. Я видел. Я не успел даже развернуться. Я начал стрелять. Тяжело ПКМ. Ё-моё, где ты там купишь? Да это Unreal просто. О-о-о. Он прям рядом с тобой, Мак. Слева от тебя будет. Бля, ну как всегда его убить нельзя. Ты лечиться хотел. Правда говоришь. Ага.
Говнюк. Меня маг убил. А, не, не убил. Ну, вот. А, ну хорошо. Что там за замена у вас? А я думал пробивать, а не замена. Кстати, не смог пробивать. Партизан в супермаркете. Что-то покупается. На? Давай, Мак, раш его, раш. Иду. Партизан. Давай, объединимся, Мак. Бьём. В супермаркете, наверное, уже выбежал за угол. Don't fucking move, Slingshot, you owe us. Нет, он в супермаркете по-прежнему, Мак. Давай, помогай. Миллер жив? Нет времени объяснить, Кэрри. Пойдем с ним. Вот рядом прям пуля легла. Ты, Мак, меня-то зачем? Он сзади, он сзади, там. Да я его не вижу. Да он там. А, я понял. Я подавляю его. Он тебя убил? Как он это сделал? Как ты это сделал? Ты же в другом месте находился. Как ты выбежал? Откуда он выбежал? Из окна. Ебанись. Читер, блять. Вот как против таких играть? Давай, не, это я, Мак. Я не буду по тебе стрелять. Объединимся против партизана, блять. Сука. Он в палатке, давай. Он лёг, он жив. Только так мы можем нормально играть. And please, try to avoid hitting anyone or anything. I like this truck. Так, не буду по тебе стрелять. На северо-западе без ноги. Я понял, где он лежит. Remind me again why I'm the one driving? You are the one they will shoot first. Oh, great. I'm honored. Наверное, уже возрождение на желтом. Да, на возрождение нажал. Да не, я там посмотрел, нет его, да? Он на возрождение нажал. Блять, ничего он не нажал. Он да тебя не убил? Да. Бля. Кто это ДРГУ? Да он оттуда уже убежал, вылечился. Да нет. Я его уже убил. Да. Он выбежал? Он выбежал. Бежал, я его убил. Я теперь иду в другом месте. Slow down. Где-то говорит в центре водки, но не могу понять. Че там кирпичей наложил? Такое тело на меня вылазит. Не, это было так смешно. What is it? The officer. Я ж без прицела. We know him as Aristas. He is sympathetic. Wait here, I'll be back. А как ты меня спалил, что это? Жуть, что а ты водку просил? Вот он и чё. Просто я сам не слышу, почему ты сказал, ты говоришь. А ты, у тебя разговоры, наверное, выключены. В настройках звука. Ага, Мак, это ты, я за тебя. А, я... блядь. Всё, мы объединились, короче. Теперь меня убивать? Упугал. Где тут? Белый.
Да он нас поубивает, блять, отвечаю. Сейчас разберемся. Бывший РФПшник, блядь. Does this usually take so long? Его выгнали за то, что он показателем превосходил. Great. First I'm stuck with spooks, who can't say anything, now I'm stuck with farmers. Выбивался. Да. А это партизана выгнали за профессионализм, блядь. Чёрный Воллер. Here we go. Ай. Откуда? Где палатки? Где палатки? Well, nothing, палатки? Он где красные домики? Это я. Красные домики? Ага. Красный домик на 50, он туда убежал на юг. So the AAF really are as corrupt as they say. Corrupt? Sure. But with Oristas the situation is different. Different how? Just try. Such things are not concerning. Сегодня же снайпер Литвы 2 раздавали бесплатно. Stop the truck, American. Okay, this is your stop, brothers. Good luck. I'll see you back at the camp. Это закрылся. All right. You can continue, American. А вы сами-то не бегаете случаем? Бегаем. Я уже устал бегать, у меня этот устал пехотинец. Сердце у него стучит. А, услышал. Для центра тут. Straight again. Блять. То его не убьешь, то его не найдешь. Да, ну что ты один будешь ходить на СГ за весь РФ? В 50 метрах от центра. На север. Направляется на запад. Вроде как направился к западу. We were not expecting CSAT out here. Another checkpoint, American. Slow down. Блядь. Меня подловил на том, что я опять гранату кидал. Привык, наверное. Опять чуть-чуть. Че, он выбежит там. На севере, че ты? Нет, он здесь. Он тут в этом дворике. В том-то и дело, я тебе про что и говорю. Он опять пролагал, бежал по улице, потом резко в арке. Он у меня. Ла-ла-та-та-та-та-та-та. Вот в арке выбежал на центральную улицу, побежал, и ты меня встретил. Блять. К чё-то Unreal, блять. Вот я. Ну ты там разошелся, партизан. Я тоже тебя не могу убить теперь. Ну не знаю, чё. Выпил? Я это сделал. Охренеть. Это теперь возможно. Вы меня чаще будете убивать. Это возможно. Я слева от тебя, маг. Я видел тебя, поэтому я убежал в другую сторону. Falcon to Slingshot. Come in, over. Miller? It's Carrie. Slingshot is occupied right now. I read you loud and clear. Over.
I didn't think you made it, Corporal. Anyway, I've had to change the rendezvous. CSAT moved in. Yeah, I can kind of see that. We're at the factory now. This place is crawling. Indeed. The new RV is at 048170. That should be just northwest of where you are now. Make sure Slingshot knows. Over. Will do. Looks like we'll have to head in that direction anyway. Ай, он где-то тут, он где-то рядом с палатками. It's good to hear from you, Carrie. Out. У него есть вода? Да. Нужно, значит, пошить ближний бой. Это супермаркет, короче. Change of plan, American. We must divert left. Yeah, I just spoke to Captain Miller. You know Miller? Я убил? Yeah, I... Long story. Anyway, he wants you to know he's had to move the rendezvous. So looks like we're going left anyway. Fine. Drive on. Он на крыше. О, супермаркет, он на крыше, там где Арка. Убил я его. Блять, его на этой крыше не видно. Он сам серый, крыша серая. Ага, понял. Пикачу. Ау. Поблагодари Мака. Я в тебя целился. Откуда? Я появился рядом с тобой. Ага. А, во, видишь. Ну-ка. You know there's only two of us, and you don't have a gun. Three. I have another man on this. Ты там ранен, стонешь. Я слышно за километр. Он с СВД где-то на... Он на востоке. Turn right. Он на востоке, я от... слышу, слышу. На крыше, что ли? Да, на крыше. Убил. Не могу ни одного трупа сломать. Okay, left. Stop the truck. I will stay with the truck, America. We must get away from here quickly. Please, up. In position above you. Falcon, just south of you. I see four CSAT soldiers. Over. Roger that. Okay, Kerry, there's at least four right on top of me as well. I'll open up once you move in. You, up top. Fire on my lead. Understood? Yes, of course. Он на юге от палаток. Use the fog to your advantage, Kerry. Most of the targets are trapped. Блять. Нереально. Ну чё? Выпекаем. Блять. Вот, блин. А ты его начал убивать, можно теперь все против всех. Еще один раз, наверное, я и спать пойду, я не знаю. Что? Диксон, клонит, говорю. Я еще последний раз. Я еще партизан опять убьет. Или ты? Да гребаный бизон. Я хоть ранил тебя? Партизан. Нет. Партизан, партизан. Охуеть.
Я вот ранил тебя? Ебанись, блядь. Ты меня напугал. Сколько раз я в тебя попал, блядь. Ну, постоянно переигрываем миссии за одну и ту же сторону почему-то. И все время атака, атака, атака. Сдолбало. А вы-то завтра будете? Я да. Мало. Завтра позвонить попозже. Ладно, будем надеяться, что противники не смотрят мало. Продолжите логический ряд. Арма, СПН, план, мост. Дальше. Ну давай, что-нибудь интересное найди. Ну вот я ищу по этим критериям. Пока не нашел ничего. Знаешь, я специально загрузился и начал заново. Но ты сейчас второй раз меня испортил. Я не буду второй раз заново начинать. Ладно, все. Да давай чат. Ничего я не сказал, интересно. Да в чат писать. Нора будет тогда это смс кликать. Ты ж не стрим записываешь. А видео? В данный момент я настреливаю кучу народу. У нас идет штурм. Мне так интересно каждый раз загружаться. И заново все доштурмовать. Don't worry, bro. Какой нервный. Я писал в чатик. Смотри. По этим критериям иногда находится, но сейчас нет. You people owe us for saving your life again today. Slingshot out. Mm-hmm. Okay, fall on me, Kerry. We've got to move. Судя... Come on. Хотя, ладно, хрен с ним. Они просто имеют привычку обзывать вот, одним из этих слов, что... Арма... Арма — это игра, в которую мы играем. Странно. В которой мы делаем скриншоты, снимаем видео. Интересно, нам присвоят когда-нибудь участники проекта? Тоже 7 месяцев прошло. Он уже 5 лет прошло, как я здесь. Это ничего не изменило. Now, Corporal, let's focus on getting to their camp. Commander Stavro will explain the situation. Who?